Так, выгони вторую амфибию куда-нибудь на открытое поле, чтобы ее подцепило. Я тебе эту скину. Пока ты будешь это перерабатывать, я ту отвезу на переработку вторую, потом с тобой прилечу. Хорошо. А все, оставь там, я подцеплю. Оставь там, я подцеплю. Я хотел, короче, скинуть и нажал отцепить управление со второго пилота. Прикинь, охуеть, как я не разъебался. Жесть, блядь. Ёбаный в рот, блядь. Пизда, блядь. Отцепить и отпустить, понял? Оно одинаково выглядит, я не то нажал. Охуеть, как я не разъебался. Бля. Перевернем, ёбнет, как думаешь? Бля, надо одному, короче, пробовать. Давай я попробую. О, нормально. Отбеги, ну да, отъедь. Нормально. Охуеть. Минус старуха, блядь. Да ладно, хуй. Блядь, ну она что же бабок стоит, ебать. У тебя ремка есть? Да что она стоит, блядь, 50 лямов? Ремка есть? Да есть. Блядь, похуй, будем вручную кататься. До конца будет, сейчас остался похуй. Ебать, я долбоёб, бля. Ну, бывает. Я вовремя среагировал, перехватил управление, короче, и посадил её, блядь. Я думал, всё, кирдык сразу. Но ещё нет. Так, поехали, это переработаем. Бери, я докину. У меня еще в кармане. Блядь, я Прибей. Не думал, как забирать, короче, чтобы не залазить в нее. Ну, на Т, по-другому никак. Т подходишь, Т нажимаешь английскую. А, все, а я, короче, как это, залажу в нее, понял? А. Бери, и это, или как ты? У меня просто в кармане было, я докинул.
Сейчас посмотрим, сколько получится про металла с двух этих машин, потому что я ни разу не делал, я не знаю. Там пацаны говорили 5 к 1, блядь, я не понял, по слотам или по штукам. Если по слотам, то нормально, а если по штукам, то это хуйня получается. Без нормальной техники заебемся фармить. Ну, как бы да. Сейчас посмотрим. Вообще надо рыбу, блядь, и хемт 5000 слотов. Тогда получается вместе с карманами 7500 слотов. И на рыбе ходку делать, блядь, 2 минуты, нахуй. То есть тогда это можно делать, это выгодно. Я, блядь, рыбу свою с хемтом проебал. Примерно так же, блядь, как эту залупу только что. Там, кстати, тоже что-то такое было, что я не ту кнопку нажал, блядь, она у меня выебалась. Рыба, это Blackfish, да? Да, большая хуйня. Ну, он у меня есть. А, ну, это хорошо, а хемт есть у тебя на 5000, который туда загружается? Нет, вот это, его как раз и нет. Вот надо хемт такой, тогда получится заебись. Такой хент, знаешь, у кого может быть? У Джонни, он же сейчас на острове. Возможно, у него он может есть. Ну, блядь, час до конца бури, типа, мы дольше возиться будем. Да нет, но ты ему хотя бы напиши, узнай, есть ли он у него вообще.
Что-то вообще похуй, да, получается? Ну, как бы да, что-то вообще. Тут как бы из двух не получилось бы одна, и то, если вообще получится одна. Ну, сейчас глянем. Да что-то мне кажется, тут вообще хуйня получится. Ебать. Блять, получается с 3000 слотов 100 штук. Это полная хуйня. Блять, надо что-то другое фармить. Ну, тебе и получится хент на пятерку, где-то 150, может 180 штук выйдет. Вообще невыгодно. А насколько у тебя этот, ну, склад твой? М? Склад вообще, насколько у тебя получается размер? 12 тысяч. Бля, ну это, короче, ебашить надо, да короче. Да не, это хуйня полная. Но. Это супер невыгодно. Бля, думал, больше будет получаться. Бля, это прям полнейшая хуета, типа 30 лямов получится, блять. Ебать, я за это время на НПЗ, блять, лярд нафармил. Короче, ну ладно, попробовали, что будем знать. Короче, что получилось, блять, можешь себе забрать, все, продашь потом. Ну или там на дом оставишь. Ну как бы да. Вроде цена заманчивая, короче, а, конечно, выходит херня. Ну, короче, вышло. Я что-то послушал. 315, видишь, получилось, и 2 слитка железа у меня осталось. Ну, блять, можешь сгонять, продать их нахуй на этот. На пум-пум-пум. Скупщик прометалла. Итого 37 лямов 800 тысяч, короче. Ну не, ну в принципе, если, конечно, заморачиваться, то за бурю, может, ты да максимум. Нет, хуйня. Да, нет, максимум сделаешь там лямов 100. И то, наверное. Не, это прям хуйня.
У меня одна ходка 10 минут на НПЗ 100 лямов. Ну, не 100 лямов, там, блядь, с перками получается 87. 10 минут. Ни хрена себе. Ну, конечно, разница. Так что, ладно. Ну, что, поехали в Атиру тогда? Ну, или что, или ты продаваться поедешь? Возьми в карман себе просто, и все. Там, в дом скинешь, потом продашься, как там, как время будет. До гаража меня, короче, надо подвезти, до технику тебе поставить, да? Да, понятно.
Привет, привет. Акробат, я там скинул тебе денежку. Я не акробат. Thank you.
За сколько автобус купил? За 100 лямов. Thank you.
Братишка. Да. Здорово. Привет. Хочешь покатаю тебя? Зачем? Мне просто пассажир нужен. Зачем? Я тебя доковал и обратно. Хочешь, катаю? Да, ну не стоит. Так чисто поугарать. Да, я сейчас занят. А чем ты занят? Я тут делаю заготовки. Ты смотри, могу на лимузине, могу на этот, автобусе, могу на грузовике. Мне не надо, спасибо. Ну смотри. Я, кстати, музыку еще хорошую ставлю. По твой вкус. Ты не знаешь, просто чего ты отказываешься. Ты Дмитрий Тихий, что ли? Наверное. Я так и понял. А остальных просто знаю по списку. Кого, например? А, тех, кто сейчас, я понял. Ну, типа, да. Ну ладно, я поехал. Давай.